Встречайте, обладатель звания «Лучший тенор», врученного фондом Ивана Семеновича Козловского, лауреат международных конкурсов имени Глинки, Галины Вишневской, памяти Лучано Паваротти, солист Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Алексей Татаринцев. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, среднекошенной травы. Головой качая, конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но устой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня легко. А куда? Не знаю. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые. И о чем звените вы в день веселый мая, среднекошенной травы, головой качая.